Мухаммед Ахмедович из Ухра Шарипова. Кунаев считал каждый день, прожитый с любимой супругой. Он говорил: «Я с супругой прожил 50 лет, 6 месяцев и 2 дня». В конце ноября 1939 году Кунаев вылетел из Балхаша в Алмату. Он тут провел много встреч с деятелями ЦК. И в этот же вечер встретился с Зухрой. Рассказал ей, что теперь будет работать в Ридере, и спросил у нее: «Как ты смотришь, Зухра, если в Ридер мы поедем вместе?» Это было признание в любви и предложение ей стать его женой. Она согласилась, и это были самые счастливые дни в жизни Динмухамеда Ахмедовича Кунаева. Вот что говорил сам Динмухамед Ахмедович: «Я благодарен судьбе, что соединил жизнь с любимым, чутким, внимательным и обаятельным человеком. Наша веселая свадьба состоялась 18 октября на квартире у моей сестры. Детей, к сожалению, у семьи Кунаевых не было, но это им не помешало прожить долгую и счастливую жизнь».